Привет всем, с вами я, Вика, привет из Аурангабада. Я вселилась в отель новый, модерновый. Немножко тепло в комнате. Я включила сейчас здесь вот карточку. Ой, карточку надо втыкать. Вот, и тогда... Do not disturb. Такой вот отель стоил за две ночи 7167 рупий, чуть меньше $100, $100 это 8000, ну примерно 8000, там 100, по 80 я считаю сейчас доллар, но я меняла евро по 85, вот, ну короче, 7167 рупий за две ночи, завтрак не включен, завтрак 700 с чем-то, я, наверное, попробую, возьму завтрак, я не знаю, я не уверена, вот. Такой номер, и вот хочу сказать, что второй раз в отеле я буду спать не на своих, так что это, не на своей простыне, а на этой, вот это нехорошо, так класть, чистая постель, посмотрите, чистая постель, вот, ну, для Индии это показатель, так сказать, очень большая просторная комната, смотрите, сколько места есть, телек. Вот сюда чемодан можно положить. Потом там еще для сумки есть холодильник, сейф. Такой модерновый отель. Здесь вот зеркало во весь рост. И здесь ванная. Смотрите. Ванная, душ. Все как надо. Чистенько. Ага, тут еще, смотрите, что это. Dental kit. Здесь вот мыло. Еще что-то. А, здесь вот расческа, но мне не надо, у меня длинные волосы, но оно мне до 42. А это что? Ага, шапочка для купания, салфетки, впервые вижу в Индии салфетки. Мне так надо было нос высморкать. Вот душ, но я в этих, в бахилах всегда. И у меня свое полотенце, сидушку я всегда с салфетками, с... Сейчас надо руки помыть. С салфеткой, с алкоголем протираю всегда-всегда. Вот шкаф, все что надо, холодильной доски нету, но я думаю, что в Индии никто ничего не гладит. Вот, хороший отель, я довольна, но близко к дороге, и я слышу тебе биканье, смотрите, вон дорога, а еще и автозаправка. Ой, не люблю я около автозаправок быть. Было, когда взорвалась автозаправка дома, что рядом было по... Короче, покорёжены были. Где-то читала, в Америке было. Ну да ладно, я две ночи здесь. Вот и бибикают. Вот хорошо, не очень слышно, но слышно. Но меня очень не, это, не парит сильно. Я сейчас в интернет залезу, может, какое видео склею. Вот, сейчас 7 часов. Этот водитель Убера, Убер стоил 170. Короче, какое-то дешевое. Ехать минут... Не знаю, 20 мы ехали, что ли. Какие-то смешные цены. Вот, но он захотел 30 рупий за парковку. Говорю, вот я набрала Uber, и он там стоял. Он уже стоял, ловил людей, кто тому его закажет Uber. Вот, и сразу он говорит, Вика? Я говорю, да. Он говорит, вот я твой водитель. Я говорю, да. А он еще меня доставал. Я говорю, слушай, уйди. А потом оказалось, что Uber водитель, так неудобно было. Но говорю, извините, извиняюсь, потому что все такси на тебя прям как это, как коршуны. Я на Uber хочу. Вот если есть Uber, я поеду на Uber, потому что я знаю, я могу скинуть. Короче, я хочу на Uber ехать. Вот. И он мне потом, едем, начал что-то говорить, что он здесь живет рядом. У меня настройки в Uber, что я не хочу разговаривать, я хочу тишины, ни радио, никаких музык. Вот я хочу тишины, я перевариваю эту информацию, что у меня в этой Индии, боже, здесь столько переварить надо. И я хочу тишины, подумать, посмотреть. Вот, и он мне начинает, я говорю, хорошо, откуда ты? Короче, я так... за голову рукой, типа, у меня головная боль. Все, замолчал. Но я ему поставила, хотела поставить негативный отзыв за то, что 30 этих рупий с меня стянуло. Я говорю, ты ж меня не ждал.
Вот, я вызвала, ты сразу там был. Ты не стоял на остановке ради меня. Вот ты ради себя стоял там. Но он потребовал 30 рупий на выезде с этого аэропорта. Ну, я думаю, 30 рупий. Но все равно, это, понимаете, это не в деньгах дело. Эти 40 центов, это погода мне не сделает. Это принцип. Что ты меня за идиотку имеешь, что за паркинг? Вот ты стоял на этом паркинге, не я. Вот, я как вышла, набрала, сразу он там. Я его даже не ждала. Моментом, было моментом это. Вот. Он с меня за паркинг. Я могла, конечно, поругаться, но думаю, я за 40 центов. Пусть себе карму... Попортил себе карму за сраных 40 центов. Ну да ладно. И он мне говорит завтра, типа, и мне меня на это нажимает, что в Элору давай за 2000 вору, в Аджанту за 3. Я говорю, я с друзьями встречаюсь. Вот, я не знаю, я не могу ничего решать. Вот, если тебе мое такси понравилось, а там еще от него воняло потом сильно. Вот первый раз я слышала, потом воняло в Индии. Знаете, от кого потом слышала? В самолете. Когда выходили с самолета, то от людей пару раз так от мужиков было. Но индусы не воняют, индийцы. Они моются, они чистоплотные, хотя здесь срач такой вокруг. Но никто не вонял. Вот. Я не чувствовала, не нюхала. Ну, я их не нюхала, но так не было. А там прям так штынело. Вот этим потом я сидела и дышала. Ну да ладно, я сегодня добрая. Вот, и он говорит, в Элору. А я сейчас посмотрела отсюда в Элору Uber 495, короче, 500 этих рупий. И назад, наверное, 500. Назад, наверное, можно и на автобусе поехать, посмотреть, как у них там. Ну, я на Uber. Вот, если у меня Uber тянет, если есть Uber, то зачем мне какое-то такси непонятное? Вот, одна я и... Короче, я не рискую, я все-таки одна белая женщина в Индии. Вот, все-таки Uber, хоть какая-то отчетность есть, хоть знают, где тебя искать потом. Короче, я не экономлю на таком, эти $3. Вот, и еще спросила внизу у ресепшенистки. На ресепшене спросила, если у них тур. Она говорит, она сейчас позвонит какому-то таксисту, спросит. Но я так поняла, что это опять не тур. Это такое. Позвонить какому-то знакомому, наверное. Я придумаю завтра. Поеду на Uber. Вот, посмотрим. Как-то люди туда едут. Вот. Какой-то был он мусульманин. Вот, и не понимаю, что он говорит. Он на таком сильный акцент. По-английски чуть-чуть там ломанный. И такой сильный акцент, жутко. Вот, но я не знаю. Завтра этот завтрак вегетарианский $10. Ну, примерно 10-9. Вот, я не знаю, хочу ли я за 9 кушать. Ну, там буфет, может, надо попробовать. Я не знаю. Просто ради интереса. Посмотрим. Просто у них все такое острое. Я в лаунже ела, и там у меня потом полчаса рот... Все вроде во рту пекло. Ой, вкусно, конечно, оно вкусно, но, блин, остро. Но я уже немножко привыкаю к острому, понемножку. Уже, наверное, что-то там пережгло, эти чувствительные эти. Понемножку привыкаю. Короче, иду я в интернет, залезу. Завтра себе можно кофе сделать. А я кофе, знаете, как делаю? Я боюсь их воду. Я боюсь даже в тот чайник воду наливать. Вот. Я беру бутылку. Ну, эту бутылку я возьму с собой. Это целый литр. Вот. Короче, у меня маленькая бутылка. Я туда... эти сразу два. И сахар. И разбалтываем. И воду. Вот здесь еще чай. Какой-то чай. Дарджилинг. Ну, он пакетированный, он нехорошее качество, но можно попробовать. Но я не знаю, я боюсь эти чайники использовать. Хотя кипяченая вода, она в принципе чайник новый. И если я эту воду туда, вода какая-то непонятная. С минералами, вы знаете, эта вода с минералами, у меня от нее ноги распухают. Я заметила, у меня такое в Венгрии было. Вот больше нигде такого не было. Минеральную воду пила, и ноги распухают. Просто реально страшно. Вот поэтому я хочу просто обычную воду. Такой вот отель замечательный. Не дешевый, ну и не шибко дорогой. Знаете, пожалеть деньги и домой клопов привезти, а потом состояние выкинуть, чтобы их вытравить. Ну нафиг.
Вот это во-первых. Во-вторых, на чистом сплю, и высплюсь, и я человеком себя чувствую. Я не экономлю на таком. Вот, я могу сэкономить в Европе на отелях. Я была в дешевых отелях, боже мой. По молодости была вообще очень дешевых. Денег не было, надо все-то исходить. Вот. Но если есть возможность, если могу заплатить чуть-чуть больше, то лучше я чуть-чуть больше заплачу, и мне никакие, и голова не болит. Уже начал этот вроде как кондиционер. Как-то тепло было здесь. Вот такой вот отель. Ой, очень много видео наснимала. Не знаю, уже море, не знаю, сколько часов. Целый день видео снимаю. Вот уже сколько дней. Очень много. Это все надо обработать. Пойду работать. Для вас видео делать. Ладненько. Если пойду завтра на завтрак, то сниму. Не пойду, то не пойду. Потом в лобби еще чуть-чуть сниму. Вау. Пробовала такое. Они опускают какую-то воду, она кислая, и она отдает мне сероводород. Так, ну, Red Bull продается. Ага. Я попросила, чтобы нет. Без этой водички. Какая-то картошка там внутри. И оно не острое. Оно немножко сладкое. Это вода какая-то кисло-сладкая. 10 рупий за 2. Я взяла 4. Там-то еды на один вкус. Вот. Такая движуха здесь. Ой. Сколько всякого. Попустить. Вот эти вкусные. А это что? Баклава? Взял, надо что-то покушать. Самов, наверное. Самов. Вот эти надо попробовать у них.